Сейчас подробно расскажу, как работают крышки твистов с физической точки зрения, почему не нужно переворачивать банки и как проверить их герметичность. Покупая закручивающиеся крышки твистов, посмотрите, есть ли на них проверочная кнопка. Нажмите на крышку, и если произойдет щелчок, смело их берите. В инструкции к крышкам написано «Требование: процесс пастеризации 60-70 градусов. Условия. Для обеспечения наилучшего результата при использовании винтовых крышек в домашних условиях оставляйте банку после укупорки в обычном положении до полного остывания». Как работают крышки? Из уроков по природоведению мы знаем, что при нагревании воздух расширяется, а при охлаждении сжимается. Воздух, как и все вещества, состоит из частиц. При нагревании воздуха частицы начинают двигаться быстрее и сильнее сталкиваются. Из-за этого промежутки между частицами увеличиваются и воздух расширяется. При остывании частицы движутся все медленнее, и расстояние между частицами уменьшается, воздух сжимается. Когда вы закрываете банку крышкой, остается небольшое пространство между жидкостью и крышкой, и воздух в этом пространстве горячий и расширенный. При остывании воздух сжимается, и крышка как бы втягивается в банку. Вы услышите характерный щелчок проверочной кнопки на крышке. Если крышка не втянулась в банку, значит герметизация не произошла. Проверить это можно, нажав на крышку. Если кнопка щелкает при нажатии, такую банку лучше переделать. Крышка не втянулась, возможно, где-то под ней всасывается воздух снаружи в банку. Однако, существуют крышки без контрольной кнопки для визуального и акустического контроля вакуума. В домашней консервации их лучше не использовать. Также дополнительно на крышках есть полимерное кольцо, которое расширяется при температуре 60-70 градусов и плотно герметизирует банку. При перевороте банки под него может попасть жидкость до герметизации, что может привести к порче консервов. При перевороте банки крышка оказывается в самом холодном месте, несмотря на то, что под нее вы положите все бабушкины шубы.